Сегодня в Лидл началась греческая неделя. То есть у них там есть стенд, где продаются греческие продукты, и со скидкой можно, я так понимаю, взять хорошие продукты. Значит, мы с Рубертом взяли попробовать. Ну, попробовать, не попробовать, мы берем, нам нравится греческое оливковое масло. Extra Virgin, это первого отжима. Здесь 3 литра. Обалденное, вкусное оливковое масло, вот мне нравится. Да вообще любое оливковое масло, но вкусное. И испанское, греческое, итальянское, да какое угодно. Я уже второй раз беру цадзики, мне очень нравится, очень. Это йогурт с солеными огурцами. Ну, здесь он с солеными огурцами. Также готовятся свежими огурчиками. Это очень вкусно. Легенький йогурт, никаких майонезов, ничего. Можно и в салатик, можно просто намазать там, куда. Вот я курочку готовила. Курочку с курочкой, очень вкусно. Так, дальше греческие такие вот хлебные палочки. И мы взяли попробовать каламаки. Это... шашлычки вот такие. Вкуснятина. Мы такое пробовали. Где мы такое ели? На Кипре, по-моему, в ресторанчике. Я не помню, где мы ели. Или в Греции. Ну, нам очень понравилось. Выглядит это вот так. На таких вот палочках. Их можно поджарить, их можно на гриле приготовить. Я сейчас уже разогрела духовочку для гриля. Уже она мне даже пропищала. Сейчас я их выложу и на гриле приготовлю. И Руберту я сделаю... А вот это, кстати, цадзики. Вот это цадзики. Точно такое же, как в баночке. Вот я Руберту приготовлю с картошечкой. А себе салатик сделаю. Вкуснятина, ребят, неимоверная. Сливы еще взяла. Сегодня здесь у меня созревают авокадо. В общем, вкуснотень. Невероятная. Эти шашлычки каламаки я решила приготовить на гриле на решетке. Я на решетку просто положила этот силиконовый коврик, а сверху повыкладывала шашлычки. Ну, давайте, готовьте. Также взяли такие вот шикарные помидорчики. Они такие вкусные. Они называются... Коктейль томат. И они, знаете, такие вот пахнут прям этим полем. То есть настоящие. Шикарно. Они прям аж бордовые. Камера почему-то мне не передает. Темно-темно-темно-красный цвет. Также мне очень нравится. Я беру паста песто. Она там идет с пармезаном, базиликом, оливковое масло. То есть очень вкусная. Я ее добавляю. Иногда могу добавить даже в супчик в какой-то. В пасту очень вкусно тоже. Паста, в смысле, там макароны какие-то, спагетти. Роберту как раз его, как всегда, его любимые венские пирожные, булочки, круассанчики свежие. Я уже ему приготовила, он сейчас ест. Я в круассан кладу ему с маслечком, конечно, все ж, чтоб жирненько, поживненько было. Маслечко внутри смазываю, кладу потом туда сыр и ветчина. Ребята, это очень вкусно, поверьте. Я открыла цицики, вот так вот выглядит, видите, это огурчики. Ребята, как это вкусно, с такими палочками этими, греческими палочками. И вот так вот. Ой, вкуснятина. Кулинарный оргазм. Скоро готовы будут шашлычки. Ой, ребята, как это вкусно. Вот так вот вкусно по-гречески мы начинаем на эту неделю новую. Вообще, какой запах стоит. Ребяточки, вы знаете, в греческой кухне они очень любят всякие мазочки, намазочки, соусы. Я вчера буквально приготовила из баклажана 5 и курочку эту вкусненькую. Это цадзики у нас. Вот такой вот. Оливочки. Ой, тоже греческие, они такие вкусные, без косточек. Сыр фета. Шашлык наш готов.
свежие помидорчики, хлебушек этот хрустящий. Ой, отрыв мозга, как вкусно! Всем приятного аппетита! Я приготовила салатик. Здесь лук, помидоры, оливки и цацики. Это очень вкусно. А вот эти вот шашлычки, ребят, это как люля-кебаб. Мягенькие, сочные, очень вкусные. В общем, продолжаем мы трапезничать красотой и вкуснятиной.